утро 24 сентября. Мы с Марисом в Дрездене. Такой старый немецкий дом, но очень-очень уютный. Чувствовали себя как дома, поэтому есть книга отзывов. Я написал на немецком. Вот здесь написал на немецком, хотя я немецкий вообще не знаю абсолютно. Что я написал? Сейчас я вам расскажу. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft und perfekte Ordnung. Fühlte sich wie zu Hause an. Beste Wünsche Andris und Maris aus Lettland. И теперь на русском. Спасибо за гостеприимство и идеальный порядок. Чувствовали себя как дома. С наилучшими пожеланиями Андрис и Марис из Латвии. Супер.